Всем здорово, на моем канале сегодня очередную посылочку распаковываем. Распаковка. Главное не зарезать, что там внутри. А внутри у нас что? Раз, два. Кстати, мне вот такие вот нравятся zip-пакеты. Это фирма Roxfly какой-то. Roxfly, да. Roxlight какой-то. В общем, такие пакеты, и здесь просто магнитный кабель. Магнитный кабель, открываем, смотрим. Магнитный кабель с таким вот Г-образным наконечником. Это такая оплетка прямо из ткани, прямо из настоящей. Не то, что какая-то пластмасса, а ткань просто. Ну, вот из ткани, кстати, прикольная. А плетка, она так гнется, и то есть, ну, гнется всяко по-разному, и не перегибается, такие как узлы не появляются. Ну, такой я уже обзор делал, просто этот буквой Г. Может, кому-то надо такой. Вот, и что тут? Это Lightning, а здесь у нас, по-моему, тоже Lightning. Надо еще глянуть. На все это надо взглянуть. А, Lightning, конечно, блядь. Не так видно было, что это Lightning. Вот. Ну, такой кабель, просто обычный Type-A и Lightning. Тут, кстати, это вот загорается, когда, если включить куда-то в сеть, то это загорается. Ну, это где-то уже было у меня в прошлом обзоре. Такой же кабель был, только не с Г-образной. Не с Г-образной вот эта штучка. Ну, в общем, ссылку оставлю в описании. Может, кому-то надо вот такой вот Г-образный такой вот вход. Ну, Lightning этот. Не вход, а такой коннектор такой Г-образный. Кому-то он больше нравится. В общем, ссылку оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующих видео.